Бесплатные фильмы и сериалы смотри на сайте visfilms.net. Здравствуйте, я хотел бы вам показать, как можно сделать такой самодельный светильник из подручных средств. Ну, по крайней мере, у меня все такие запчасти были. Взять просто старый патрончик. Был у меня провод с торшерным переключателем. И сломанный держатель автомобильный с присоской. Гибкий. У него не было вот этой самой части, куда фиксируется. Что я сделал? У меня еще были две вот такие детальки. Это тоже, соответственно, от крепежи от патронов. Вот от таких. Я взял два штуки. Один из них у меня как раз подошел. Вот он стоит. Так, как показать? Нет, тут не видно. Вот так. Вот тут отверстие. Я просверлил отверстие в пластиковой вот этой части. Поставил его вот так. И засверлил. Закрутил, вернее, туда саморез. Он как раз с крупной шляпкой. Это пятерочка саморезик. И он держится прям супер туго. И на него прикрутил еще один. Получилось вот такая штука, короче. Взял три стяжки обычные из электрики. И вот таким вот образом зафиксировал. Получилось очень просто. Ну, это больше пойдет для какой-нибудь, может, для дачи. Просто переносной светильник в каких-либо там, не знаю, целях вам виднее. Я просто вам предлагаю, как это можно сделать. Смотрим, что из этого получится. Мы берем шлеп его. Так, чтобы было лучше видно, я его изогну вот так в бок. Раз. Так, откроем, поставим. Для наглядности даже крутим лампочку. Включаем в розетку. Так. Бэц. Удобство в том, что его можно поворачивать сюда, вообще в этот бок светить, вниз светить. Он не отпадает. Единственное условие, поверхность должна быть гладкая, не такой, как есть ламинат шершавый. Его можно к мебели прицепить, к шкафу, к навесному ящику, давайте посмотрим. Можно просто взять, поставить на стол, вот так, зафиксировать на стол, придерживая за низ, можно его куда-то, куда-либо там гнуть, сюда, сюда. Стоит хорошо, опять же, единственное, что условие, как я сказал, это гладкая поверхность должна быть, не шершавая. Если видео было полезным, интересным, не забудьте поставить лайк, поделиться этим видео со своими друзьями. Все, всем спасибо, пока.